Костанае независимые эксперты обсуждают плюсы и минусы предстоящей легализации капитала. По словам экономиста Андрея Коваля, сейчас наша страна нуждается в повышении темпов привлечения инвестиций в связи с сужением рынка внешних заимствований. Привлеченные средства должны работать на создание рабочих мест и производств, войти в народное IPO. Главное, говорит Коваль, удержать эти деньги, сделать прибыльные вложения капиталов и суметь их освоить. Приток капитала – это приток беспроцентных денег. Это выгоднее экономике, чем мы будем занимать под проценты. Но эти деньги надо освоить, и им нужно дать именно производственную составляющую, не коммерческую, не спекулятивную, чтобы они начали работать в реальном секторе, что-то производить. Тогда это будет мера, доведенная до логического, четкого завершения, это будет самый большой эффект.